Хабаровск посетил глава российской и новонахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Эзрас Нерсисян. Он прилетел для освящения основ строящегося храма святого Григория Просветителя. Объект возводится на Воронежской за счет средств благотворителей. Поэтому о точных сроках окончания строительства говорить сложно. Подрядчик предполагает, что через пару лет у армянской диаспоры появится свое святое место. На чин освящения храма прибыли и глава города Сергей Кравчук, и представители краевого правительства. Приехали в этот благословенный город освящать основы новостроящего храма Армянской апостольской православной церкви. Хабаровск – это их дом, и они хотят, что в этом многонациональном, многоконфессиональном городе все жили комфортно. Для всех было условие сохранить свою национальную духовную идентичность и одновременно являться гражданами этого прекрасного, гостеприимного города Хабаровска. Растут дети, растут поколения, но святое место, храм, куда можно прийти со своими помыслами, со своими мыслями, со своими пожеланиями. Это святое место, и оно здесь будет на века. Армянская апостольская православная церковь и Русская православная церковь, они являются сестринскими церквями. У нас вера одна, но богословие отличается в христологических вопросах. Я могу посещать, ходить в Русскую православную церковь, исповедоваться у священника, совершить мои молитвы, но не имею только права причаститься во время таинства литургии. Вот разница в этом. Последние 30 лет в обновленном новой Российской Федерации мы все видим и ощущаем духовное возрождение. Могу сказать, сегодня имеем чуть больше 120 церквей. До этого мы имели меньше 40 церквей. Капсула, пожалуйста, специально нашему потомству. Через 1000 лет пусть это найдут.